Глава региона Игорь Кошин поручил своему заместителю Владимиру Бланку создать рабочую группу по контролю за доходной частью бюджета. В срок до 16 января этого года необходимо подготовить соответствующий проект распоряжения, которым будут определены функции и персональный состав группы. Департамент финансов, экономики и имущества в настоящее время занимается разработкой предложений по созданию нового контрольно-совещательного органа. Кроме того, Игорь Кошин обратился ко всем органам исполнительной власти, которые являются администраторами доходов, с просьбой подготовить соответствующие предложения по увеличению доходной части бюджета и оптимизации расходов. Межведомственная комиссия по доходам администрации округа работает с 2006 года. В ее состав входят руководители органов власти, прокуратуры, контрольно-счетные палаты и депутаты. Члены комиссии ведут контроль доходов, проводят совместные с федеральными органами исполнительной власти мероприятия, направленные на обеспечение бюджетных фондов, взаимодействуют с недропользователями. В этом году межведомственная комиссия продолжит свою работу в обновленном составе в связи с реструктуризацией органов власти региона.